Ну, бизнес — это же странно про него думать, как про деньги. Бизнес — это люди. Даже деньги — это люди на самом деле. Вот, поэтому моя специализация — это люди, мозги людей, взаимодействие людей. Я думаю, что эти просто знания очень нужны. Я не просто думаю, я знаю, вот, потому что я-то как раз и работаю в сфере предоставления услуг бизнесу с точки зрения знания о клиентах, с точки зрения знания о сотрудниках, с точки зрения организации эффективной работы, мотивации сотрудников, когнитивных искажений по принятию решений там, и так далее. Поэтому ну, просто это огромный массив, очень важный для современного бизнесмена информации, руководителя, там, собственника там, и так далее. Поэтому мне кажется, что это просто очень нужно.